21 января в России появится новый вид социальной пенсии для детей, чьи родители неизвестны. Причиной подготовки законопроекта стало то, что дети по окончании образовательных учреждений и организаций для детей-сирот изначально ущемлены в материальном плане по сравнению с детьми-сиротами. Данное право распространяется до достижения 18 лет, а также на время обучения в ВУЗе по очной форме. 18 июля 2017 года был принят 160 федеральный закон, который внес изменения в закон о государственном пенсионном обеспечении номером 166 ФЗ. На основании этих изменений с 1 января 2018 года дети, родители которых оба неизвестны, будет устанавливаться социальная пенсия по случаю потери кормильца. Размер пенсии будет 10 068,53 рубля без районного коэффициента.